Органические вещества, примеси металлов, нефтепродукты и еще половина таблицы Менделеева могут попадать в реки вместе со стоками ливневой канализации. Для контроля состояния водных ресурсов города сотрудники главного испытательного центра питьевой воды провели отбор проб из стоков ливневой канализации. Одну бутылку мы набрали на органические вещества и одну бутылку набираем для проведения анализа на металлы. Химводосток совместно с главным контрольно-испытательным центром питьевой воды вышли на поиск нерадивых предприятий. Специалисты ищут водоемы с превышением предельно допустимой концентрации органических веществ и металлов. Это позволит выйти на след организаций, которые незаконно врезаются в систему ливневой канализации, либо недостаточно проводят очистку сточных вод. На основании федерального законодательства все абоненты сети ливневой канализации, даже те, кто законно поручен, являются абонентами, по закону должны сбрасывать в сеть нормативно очищенный сток. К сожалению, данная ситуация на сегодняшний день в полном объеме не выполняется. Зачастую предприятия либо отсутствуют очистные сооружения, либо очистные сооружения работают некорректно. В месяц специалисты будут проводить не менее 20 проверок. Искать нарушителей будут в течение года. Все результаты проверок докладывают лично главе города Дмитрию Волошину.